А самое главное, создает еще очень неплохую одну связку для тренеров СКА, а именно Плотников с Кемпанином взаимодействует весьма неплохо. Бурдасов и Кузьменко. Посмотрим на их взаимодействие с Артемом Швецом Роговым. И Антон Бурдасов вколачивает шайбу в ближний угол. Великолепный бросок. 1-0 СКА. И там пространство над плечом Салака было совсем немного. Если вы посмотрите, да, в момент того, как шайба пересекала, там дырочка, я уже даже не знаю, сантиметров, наверное, 20 на 10. Салак на Бурдасова посмотрел, как же ты так попал, родной, скажи, пожалуйста. Ну да, когда ты тренируешься 20 лет, то есть, как бы, безусловно, не каждый раз ты попадаешь, но шансы на это возрастают очень-очень серьезно.